Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Я реальный охотник, охочусь за деньгами. У меня под бога бабок, я беременный деньгами. Бумажек дохуя, но все равно. Молодец, ты охотник за деньгами. Голос очень красивый, хорошо поешь. Молодец, надо петь о деньгах обязательно тоже. Это, ребят, все люди поют. Ребят, молодец, ты охотник за деньгами. Ты денег у тебя много, молодец. Музыка очень интересна, очень классная такая музыка. Голос очень красиво звучит. Давайте да, дальше классно, слушать, ребятки. Классно. Молодец. Давай. Я трачу на хуйню, карман мне это позволяет. Мне похуй на правила с самого рождения. Меня чуть не отчислили шараги за курение. Курил там в кабинете, потому что похуй на устав. Малышка хочет секса, я ей этого не дам. Отдыхаю каждый день, ведь у меня курили я типа щама. Перезмазался по уши кровью. I'm always in the castle, because I'm the real drug. Лошалава лезет на меня, сука, походу вмазала. Не как и с леймами, ведь мне противопоказано. Любая сука, что пиздит, 100% будет наказана. Я не бью оппонентов, ведь кипутать даже не хуй. Накинул руку по линзе, чтобы прохладно не было. У меня нет связи с ботаникой, но тянет к растениям. Я еду, брат, еще в Париж, у него день рождения. Если у сучки есть проблемы, помогу ей с этим. Бля, кончилась дыхалка, закончу на этом. Я реальный охотник, охочусь за деньгами. У меня так много бабок, я беременный деньгами. Бумажек дохуя, но все равно их не хватает. Я трачу на хуйню, карман мне это позволяет. Что, ребятки, скажу? Музыка очень красивая, ребятки. Молодец, такая интересная музыка. Знаете, такая немножко как вот электронная, да, немножко. Необычно очень. Да, а голос очень красивый. Молодец, хорошо поешь. Да, манера исполнения хорошая. Хорошо читаешь и поешь рэп. Молодец, мне нравится. Голос мне твой нравится, чистый голос. Это для меня в первую очередь большой вот показатель. Чисто поешь, сам поешь, понимаешь? Понравился твой текст. Интересный текст. Текст человека, которому, знаешь, все равно. Что хочу, то и делаю. Я умею зарабатывать деньги. Все. Я умею зарабатывать. А это не каждый умеет. Молодец. Рассказывает, как он учился, чем он занимался, что у него есть девушка, что девушка хочет, ребятки. Он рассказал нам свою жизнь. Жизнь современного молодого человека, ребятки. Ну, конечно, когда он отдыхает, естественно, ребят. Но он деньги зарабатывает. Понимаете? Молодец. Мне понравился твой текст, понимаешь? Да, классно. Да, что ты хочешь зарабатывать. И эти деньги, которые заработал, ты можешь тратить, что хочешь покупать, потому что ты их заработал. Продолжай делать дальше. У тебя классно получается. Голос у тебя очень красивый. Талантливый, ты очень да. хорошо поешь. У тебя, знаешь, музыкальный слух есть. У тебя каждое слово в нотку попадает. Молодец. Грамотно все делаешь. Есть лайфхаки нам даешь, вкусняшечку. Молодец. Мне очень понравилось. Пиши дальше, мы тебя с удовольствием будем слушать. Манера исполнения классная. Вот знаешь, что мне самое главное нравится? Что он сам поет. Понимаешь? Что свой голос слышно, да, круто. Да, я слышу твой голос, понимаешь? Он такой, ну, классный сам по такой, себе голос чистый. Красивый, да. Да, чистый голос. И музыка классная, такая, немножко такая, как космическая, какая-то такая вот... Электронная. Да, электронная, правильно. Классно. Электронная. Ты, да? И поешь. Молодец, умничка, мне понравилось. Продолжай держать дел дальше. Я тебя с удовольствием буду слушать. Нам всем понравилось. Молодец. Пока, друзья.